Так, срочная эвакуация из здания. Он жив. Он жив. Пошёл нахрен. Отстань. Только нет, он пробивается. Он пробился. Залазим на столба. Так. Я вернулся в свое давнее местечко. Здесь все в кислоте. Я не поверил своим глазам. Он жив. Проломал трубу, блин, только не это. Это не было по плану. Нет, только не это. Задержимся за балкон. Нет. Так я бегаю по базе. Он где-то в базе. Побегаю пока что здесь. Так, а теперь я подробнее расскажу, что я делаю в военной базе. Об этом я рассказал многим, но и они мне поверили. Когда я ему его показал, вот труп. Но в этот день почему-то он ожил, и мы теперь ловим его. Да, я нанес на работу убивать... Вместе куда? Все наше заработано уже день. Я хожу пока что по базе и хочу найти его. Да, и вы, наверное, знаете, кто это. Блин! Твой. Я его нашел, все он. Так, надо валить пока что, потому что возле его нельзя стоять. Так. Обалит. Злой медведь. Правда, его мы называем по-другому. Как он и был назван. Грибы. Так, я пробую куда-то от него сбежать. Да. Что это? Не знаю. Я отрубаюсь. Убежали. В верхней базе не видно медведя. Пока что. Ему неизвестно, где он. Если подойти, то мы, может, увидим. Ну, не знаю. У нас наши соперники. Те, кто тоже хотят сделать. Не знаю, побежу в канализацию. Так, я вылез. Но я знаю, что медведь очень умный. Он может перебраться и сюда. Это очень плохо, потому что тут есть проходы. Например, этот челик. Побежу, короче, пока что.
Блин. Усё. Он поднимается ко мне. Что мне делать? Я заподри. Вообще не знаю. Вот, друзья, отправили тачку быстрее. Погнали. Поехали. О! Не могу протиснуться, только не это. Здесь он еще не здесь. Он. О, нет. Да заводись же ты. Поехали. Куда поедем? Там, где можно скопаться. Никого здесь нет, наверное, медведя. Посмотрим. Медведь отстал от нас. Но не думаю, что он... Я не думаю, что он не вернется. Я думаю, что он вернется все равно. И все наша команда. Не полная, но, конечно, одни из них. Это мини-группировка. Их 6, но я один из них. 10, вот он нет. И сейчас я подойду к ним. Ну, что будем делать? Медведь от нас убежал. Сам не знаю. Ну, я ж вам рассказал, что он мертв, но... И ты нам соврал, да. Поэтому ты больше не один из нас. Только нет, ну, друзья, вы реально хотите со мной что-то сделать? Да. Еще когда? Ты что, не знал? Нет. Пошли вы нахрен. Подталкиваю вас. Слушайте, а знаете, что я с вами сейчас делаю? Пошел нахрен. И пошел нахрен. Что ты хочешь со мной сделать? Пошел. Так. Теперь я видно не у них в банде. Мне не осталось оружия. Теперь мне нельзя будет его убить. И что мне теперь делать? Он меня убьет. Я уже знаю, что он... На что он способен. Поэтому я тут буду ждать пока что. Все помните, что он сгорел. Сейчас осмотрим территорию. Наш мой медведь потерялся. А прохожий подниму тебя.
Он мертвый. Что это значит? Дверь до сих пор тут. Кстати, сейчас я вам покажу, откуда я прибил. Все там канал. Я туда вылез. И попробую здесь пролезть. Всем пока, я забегаю. Я пробовал на вторую нашу базу. Как вы понимаете. Так, я немного здесь походил. Единственное, что я здесь вижу, тут кто-то же... Канализация. Я мог застрять меня. Дверь сюда он за мной точно прибудет. Поэтому я не сомневаюсь, что он меня прибьет. Погнали. О! Кажется, долгожданный бег здесь. Так, пробуем убежать. Нет. Засыпаемся. Осматриваем территорию. Что можно с этим сделать? Вот что. Машина 3000. Пока. Я вылетел. Смотрите, сколько... Я даже не помню первые моменты, когда я с ним встретился. Это было в далеком месте в берлоге. Я не могу, конечно, спрятаться от этого придурка, и поэтому... Думаю, поставлю сюда мой любимую эту хрень. Я забрал с него анализы. Что? Теперь понятно, как... В нем человек, который работал на какой-то компании. Зашит внутри его. Срывает. Здесь несколько. Один. Здесь. Я и здесь. Попробую здесь проломать. Так, О, нет, медведь. Да-да.
Мне очень далеко откинул. О, нет. Только нет, он меня кидает. Нет. Только не это. О нет. Бежим. Пробуем сбежать на другой Пробуем подобраться. О нет. Так, я попробую где-то спрятаться. Я не тот тебе медведь. Я вижу, что его глаза пустоши. О нет. Здесь поднимаю. Лицо газ внутри этого. От чего? Он нет, только нет, он поднимается. Стоит еще выше. Уже оттуда искры огненные идут. Нет. Стоит искрить еще больше и больше. Только не это. Нет, 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 нет. Взрыв!